Друзья, вот такая вот парковая зона. Раньше здесь было поле, и это было поле, и это тоже было поле, и это тоже было поле. Я здесь каталась на лыжах, вот там, где сейчас стоят дома. И мы сейчас с вами поднимемся и посмотрим, как там что устроено. Эти дома такие считаются новыми, и у них очень интересная планировка. Сейчас увидите сами. У них есть балконы, но внешне непонятно, где там балконы. Сейчас мы с вами пройдем чуть вперед. Ну, все как обычно, на первых этажах различные магазины и так далее, и так далее. Вот так это все выглядит. Вот. Вот туда я обычно, видите, вдаль хожу. Там проложили дорогу, там можно кататься на велосипеде и так далее. Вот. А раньше здесь было поле. Поле. Ну и фонари освещают тоже хорошо. Так, смотрим с вами, переходим дорогу внимательно. И идем внутрь. Ну, очень симпатично выглядит, потому что вот так все сразу ухожено, ну, это же новые дома. Ну, понятно, везде заставлены машины. И, ну, подъезды, конечно, очень классные. Мы живем в доме 90-х годов, а это дома спустя, считайте, 30 лет построили. Вот. Я очень люблю наблюдать, что всегда из каких-то кафе, что есть вообще. Сейчас только что прошли ателье шторы, и думаю, ну надо же. То есть это вот, ну, понятно, это вообще без этого никак. Вот без этого. Вот. Вот видите, такой внутренний двор, ты заходишь. Вот. И, по идее, машины там уже не должны ставить. Это, конечно, огромный плюс. Вот. Так, сейчас мы с вами еще пройдем. Тут школы, сады уже достроили. Их раньше не было. Но вообще подобные типы дом, их далеко, они там еще повторяются, подобные районы. Вот тоже что-то новенькое будет. Вот. Сейчас мы куда-нибудь с вами заглянем еще вот сюда. Видите, достаточно симпатично с точки зрения, что это такой отдельный район. И он такой уютный, ухоженный. Вот. Сейчас мы с вами где-нибудь перейдем, посмотрим. Туда дойдем, сюда. Давно хотела пройти здесь все, когда уже достроили. Вот как раз не было достроено школы. Кто ходит по газонам? Тут я. Просто машины, когда заставлены, это, конечно, да, вот такая штука. Идешь по газонам. Сейчас мы с вами подойдем поближе, посмотрим. Это вот все знаю для пожарной машины. Вот. Что-то у нас написано такое. С моим зрением только. Видите? Так. Да, школа. Внутрь не пускают. Это очень мило. Такая парковка для детей с самокатами. Прикольно. Как говорится, да, в наши дни такого не было. Я про парковку самоката. Что там дальше? Сейчас посмотрим с вами, что тут есть еще из учреждений. Вот правда, всегда очень интересно. Ну, это же большая аренда. И интересно,
как бы это значит должно быть востребовано. Вот. Мне лично всегда не хватает. Ну хотя нет, здесь, кстати, хорошая площадка. Мы сейчас посмотрим с вами. Но я вот жила в подмосковном городе. Он такой древний. И там школа похожа на Хогвартс. И я просто обожала эти места. То есть, с одной стороны, новые районы, новые дома — это круто, но с другой стороны, они такие все прямоугольные, что меня это немного смущает всегда. Ну, и да, и высотные, очень сильно высотные. Вот. То есть, с одной стороны, вот, все обустроено, пожалуйста. Пожалуйста, бегай, прыгай. Но когда попадаешь в те атмосферы, вот реально школа Хогвартс, и я бы туда ходила сама учиться, он немножко в лесу находится, и это так круто на самом деле. Ну, здесь крутое, хорошее поле, хорошие дорожки, чтобы бегать. Вот. Вот так все обустроено. Очень большое поле, на самом деле. Ну вот опять, вокруг дома. Вот, я не знаю, честно, мне комфортнее, когда вокруг парк. Хотя парк рядом, это большой плюс, прям в двух шагах. Я имею в виду, что ты бежишь, и вот там, например, школьный двор, это рядом лес. Вот, тоже тема безопасности очень сложно. Всегда на эту тему думать, но... Вот, я имею в виду чисто по моим личным ощущениям, по комфорту. Мне бы вот как раз, мне ближе, когда что-то поспокойнее. То есть пусть будет меньше магазинов, какой-то инфраструктуры. Правда, хочется безопасности, но с этим у нас везде не очень сейчас. Поэтому я за леса и поля вокруг. Вот, за какую-то естественную инфраструктуру. Но тем не менее, мы с вами продолжаем экскурсию. По такому вот новому району. Вот не знаю, вам как вот так? Нет, кстати, это симпатично. Мне нравится такое цветовое решение, прикольно. Вот. Кстати, не верится, что вот именно здесь, вот здесь было просто поле. Я здесь каталась на лыжах с самого детства. И здесь мы собирали ягоды и щавель. Здесь раньше были дачные участки. Но когда мы уже переехали в 90-х, их уже не было. Просто было огромное поле, и оно оставалось так 30 лет полем. Вот, в принципе, большой плюс только то, что за счет того, что построили дома, они сделали большую парковую зону, которую я вам показывала. Там есть фонари, и можно... То есть вот сейчас уже темнеет, и раньше так, то место было бы нереально пойти. А сейчас вот, пожалуйста, можно в любое время пойти. Ну вот, колбасы, пекарня. Идем дальше. Вина. Там есть где-то еще, я видела, более позади. Пиццерия с без одной буквы С. А так бывает, да. Оздоровительный центр, который типа закрыт или открыт, непонятно. В общем, там есть детский центр дальше. Ну вот аренда, да, это частная история. Но честно, достаточно хорошо, плотно заполнено. И по количеству жителей, как я понимаю, здесь... Очень даже, вот даже вы можете посмотреть, где свет, дома горит. Очень все даже неплохо. Вот, в принципе, он устроился, это Зеленоград, просто такое место, что очень многие здесь родились. То есть приехали-то, приехали сюда. Ну, вот, детский клуб, да. Всегда, кстати, интересно, как люди придумывают названия. Вот, непонятно. Но, тем не менее, он есть. Вот. В Зеленоград приехали, то есть это прям совсем молодой город, 60-х, вот, такой градонаучно и так далее. Тут есть предприятия, заводы, университет, вот, и сюда, то есть здесь никто не мог, в принципе, изначально родиться, сюда все приехали изначально, а вот наше поколение уже родились здесь, и... Очень-очень привыкаешь, конечно, к месту, и все, конечно, там, это тысячи-тысячи людей, которые потом вырастают, как мы, и хотят остаться потом здесь, создают семьи, встречаются в институте, в школах и так далее. Вот. Вот.
тема, очень актуальные дома новые. Вот, кстати, моя любимая тема, обожаю. Это все, что касается там, ой, наверное, не очень видно, пожарной безопасности здесь, в этом плане, внутри, то есть здесь. В старых домах вы такое не увидите. Здесь внутри проведены шланги, то есть как в бизнес-центрах, например. Если пожар, то ты можешь там все отмотать, и будет хорошая подача всего воды и так далее, и так далее. Можно подключать шланги пожарные изнутри. В общем, не нужно все это тащить куда-то наверх. Но посмотрите на высоту. Если будет пожар где-то там, это самая большая проблема, то ничего с этим не сделаешь. В общем, да, огорожено везде, видите. Раньше я была не огорожена, сейчас все-таки уже оградили по периметру. Вот, дворы здесь, давайте заглянем во двор. Ну, такой, это для меня это такой уютный, простой двор. По-моему, с другой стороны там можно зайти, я заходила. Или это уже огорожено, в общем же. Я помню, заходила, смотрела, ну, все отлично. Мне кажется, классно, когда дома смотрят, например, в сторону, вот, просыпаешься, и в сторону, вот, поля. Вот это прикольно. Мы сейчас с вами вернемся, потому что здесь уже, видите, вот, конец. Вот, мы сейчас вот сюда. Ну, цвета, согласна, симпатичные. А, в принципе, вот, то, что сегодня, например, дождь был, то все. Тоже нормально. Ну, то есть, нет такой слякоти или еще что-то, то есть, комфортно. Если ты здесь живешь, у тебя дети приходят в соседнюю школу, тоже, мне кажется, симпатично достаточно. То есть комфортное такое, семейное, как я понимаю, в общем-то, в большинстве семей-то и приобретают такое. Я по-прежнему голосую, естественно, за очень простые условия. Я фанат домов. Чем ближе к земле, тем лучше по высоте, по всему. Чем проще, тем лучше. Идеально, чтобы вообще был колодец, баня. Ну, в общем, это мое. Но сейчас так выходит, что и здесь. Поэтому мы с вами делаем дальше обзор. Вот. Сейчас еще пройдем чуть дальше. Мы отсюда пришли. Вот эта школа. Где-то сад. Ну, вот, наверное, кстати, сад рядом. Не знаю насчет дизайна внешнего. У нас есть новые тоже сады. Но они строились чуть раньше. Там какой-то потрясающий внешний дизайн. Мне кажется, с одной стороны, это влияет на общее восприятие. Но с другой стороны, ну, то есть, как бы, если это сильно увеличивает бюджет прям сильно, то, конечно, окей, ладно. Обойдемся без дизайна такого. Вот, а если это что-то, ну, вровень, то можно и посимпатичнее. То есть всегда приятно ходить в учреждения, которые внешний дизайн такой. Так. Вот тоже детский лофт. Это, знаете, скорее всего, ну, как центр, а еще бывает, там проводят дни рождения. Сейчас мы сами чуть-чуть заглянем вот так вот, посмотрим, что они там делают. В общем, видно такой детский центр. Да, бывает, что вот такие лофты, там можно еще дни рождения, например, проводить, чтобы всю эту толпу детей не у себя дома, а вот туда. Вот. Итак, уже с вами заканчиваем потихоньку обзор. Вот осталось у меня минутка. Вот. В общем, вот так все у нас здесь устроено.